Глава администрации Харциска продолжает практику выездных встреч с населением. Вчера Виктория Жукова вникала в проблемы горожан, проживающих в двухэтажках в переулке Бирюзова. Принять участие в сходе граждан глава администрации Харциска также пригласила представителей целого ряда учреждений и организаций города, с тем, чтобы у харцизян была возможность адресовать свои вопросы напрямую конкретным специалистам. Собственно, вопрос у жильцов двухэтажки был один. Когда спилят два высоких дерева, которые растут у них во дворе и угрожающие, как им видится, качаются на ветру, представляя потенциальную опасность для крыши дома. Деревья тут же внесли в план обхода экологической комиссии, дающие разрешение на спил зеленых насаждений. Была у жителей двухэтажки еще одна давняя проблема с низкоэффективной работой системы централизованного отопления. Решить ее вроде бы удалось путем установки в квартирах автономных агрегатов, генерирующих тепло. Однако один из жильцов изъявил желание подключиться к коммуникациям централизованной системы, что для одного абонента сделать невозможно. Остальные жильцы двухэтажки высказались против этой инициативы. Виктория Жукова выслушала все аргументы сторон, после чего был найден путь решения этой проблемы. Глава горадминистрации также рассказала участникам встречи о предстоящих работах по подготовке коммуникаций и тепловых объектов Харциска к осенне-зимнему периоду, о начавшемся ремонте дорог и о новом упрощенном графике получения паспорта гражданина Российской Федерации.